Доктор? Пойдемте со мной. О, Всевышний! Не волнуйтесь, она в порядке. Идемте. Прошу вас. Бахар? Сестричка, родная моя. Я в порядке. Правда? Да, у меня был обезвоженный организм. Я устала, поэтому мне стало плохо. Вам нужно беречь себя. Она очень слаба. Хорошо, что вы доставили ее сюда. Я в порядке. Не переживай за меня. Бахар. С вашего позволения. Сестра? Эзельбей приехал с нами. Вообще-то это он доставил тебя сюда. То есть как? Он вызвал вертолет и остался в больнице. Мы вместе с ним ждали здесь. Мы были вместе. То есть вы спасли мне жизнь? Да нет, ну что вы. Каждый так поступил бы на моем месте. Хорошо, что теперь... Вы в надежных руках. Даже не знаю. Вы спасли мне жизнь. Теперь будете ответственны за нее. Бахар? Боже, я шучу. Хотя нет, не шучу. Ну вот, у меня отличные новости. С ней все в порядке. Я разговаривал с врачами. Ты напугала нас. Очень. Ужасно. Да ладно. Самое страшное, что она молчала 2 часа. Только сейчас заговорила. Я просто беспокоился. Он собирался принести ей цветы. Джингис, я еле удержал его. Правда, правда. Ты в порядке, Бахар? В порядке. Конечно, да. Ты только посмотри на ее глаза. Что я тебе говорил? Не будет никакой расплаты, у нас все будет хорошо. Поверь, я знаю, о чем говорю. Я знаю, любимая. Я в порядке, Али. Смотри, у меня появился ангел-хранитель. Честно говоря, я не вижу ангела. Куда ни посмотрю, везде вы. Перестань, Али. Сходи, оплати счет. А я отвезу Эзеля. Он из-за нас потерял столько времени. Поскорее поправляйтесь. Мы ведь не закончили танец. Да, если бы не эти трубки, я бы потанцевала с вами. До свидания. Эзельбей. Спасибо, что не оставили нас одних. Спасибо. У меня не было такой возможности. Он возникает, как из-под земли. Я не доверяю ему. Скажи, что же, Али, ты вечно всех в чем-то подозреваешь. Оставляю женщин на тебя, хорошо? Хорошо.